А в США обсуждают Джорджа Буша-младшего. 43-й президент вновь появился на американских телеэкранах. Повод странный. Эти кадры были сняты во время панихиды по погибшим в Далласе 5 полицейским. Когда хор затянул «Аллилуйя», на лице Буша появилась нескрываемая улыбка. И уже через мгновение он запел в голос и начал пританцовывать. При этом держал за руки свою супругу Лору и Мишель Обаму. Нынешняя первая леди такое поведение сначала смутило, однако и она не смогла сдержать эмоции. В итоге смеялись все, даже Обама. Несмотря на то, что улыбки исчезли так же быстро, как появились, поведение Буша-младшего теперь активно критикуют в соцсетях.